Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы, к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, а потом все думать, думать об одном, и день и ночь до новой встречи. Но говорят, вы нелюдим, в глуши, в деревне все вам скучно, а мы ничем мы не блестим, хоть вам рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селения я никогда не знала вас, не знала горького мучения. Души неопытные волнения, смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Другой? Нет. Никому на свете не отдала бы сердце я. То в высшем суждено совете, то воля неба.